Добрый день, с вами питомник кавказской овчарки «Древо жизни». Я Небога Сергей Валерьевич. Хочу представить еще раз наших малышей. Помет под буквой В. Вот. И два мальчика. Помет под буквой В. Два мальчика у нас уже уехали. Вот еще вожак есть. Четыре девчонки из пяти на продажу. Одна остается в питомнике. Вот. Четыре девочки ждут своих владельцев. Что? Что, красуня? Что, девочка? Что, вожак? Вожак, вожак. Идите сюда. Идите сюда. Девки, девки. Вон. Вот она, Славка. Вот он, вожачок. Вожак, вожак, иди сюда. Он знает, что он вожак. Вожак, иди сюда. Иди сюда, мальчик. Иди сюда. Иди сюда, мальчик. Привет. Да что ты такая? Ох ты, змея такая. Это восходящая звезда из древа жизни вот это лезет. А это вся такая таинственная вьюга. Вожак ко мне. Вожака я уже показывал. Вожак, молодец, мальчик, молодец. Это у нас звездочка. Слава, ночка, ноча, ноча. Иди сюда, на, на. Вот наша. Эх, девочки, иди сюда, на. Иди сюда, ночка, ноча, ночка. Туалетик, наверное, девочка хочет. Вот Слава у нас под ногами лежит. Сэрик пришел. Сэр, ко мне. Сэр, ко мне. Иди сюда, палочку. Вот наш. Нянька наша. Кавказы атаковали немца. Сэрик у нас толерантный. Тихо, 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 тихо. Дай! Тихо! Его не придави! Не придави, малыша! На, возьми! Вот, иди с ними глупо! Сара, иди сюда! Иди сюда! Не топчи их, не топчи! Не топчи, не топчи их! Иди сюда. Вот вожак с нами тут валяется. Такой же нежный, как папа. Вот. Да что ты, маленькая девочка такая? Красунька. Ах ты, красуня маленькая.